Важные вопросы о лазерной коррекции зрения. Есть ли ограничения после лазерной коррекции зрения? После лазерной коррекции зрения есть небольшие ограничения, всего на пару недель, и касается в основном гигиенических процедур. Лазерную коррекцию проводят представители самых разных профессий, в том числе военнослужащие, пилоты и профессиональные спортсмены. Эксимер. Клиника лазерной коррекции зрения.